Мы въехали в нашу мобиль Волнук. Вчера мы уже погрилили здесь, пофруштукали. И вот смотрите, какая у нас здесь обстановочка. 4-5 палочек хватает сюда. Ну и вот наша терраса. Здесь сушим мы уже свою полотенчикой. Смотрите, какая удобная терраса. Мы вчера здесь кушали. Вот угли здесь, как говорится. Столик. Мария здесь. Привет. Проснулись, позавтракали. О, убираешься уже? Убираюсь немножко. Сейчас собираемся на пляж. Так, зайдемте, друзья, в наш ВО-мобиль. Вот смотрите, он небольшой. Он небольшой здесь такой. Кондиционер здесь работает, смотрите. Прохладно, климатизированный. Так, здесь даже есть отопление электрическое. Так, ванна. Ванны нет. Вот смотрите, здесь туалет простой. Душ. Умывальничек. Вот здесь наши мы уже расслались. Душ вроде нормальный, такой просторненький. Вот. Кухня. Что еще надо? Вот такая небольшая кухня. Мойка. Газовая плита. Ну, естественно, здесь есть шкафчики, вот где стаканчики, тарелочки. Здесь все, здесь, пожалуйста, смотрите. Ножики, здесь все есть свое. Да, возить с собой не надо. Так что даже здесь электрическая гриль есть. Вот, пожалуйста. Наша спальня, где мы спали. Тоже здесь шкафчики есть. Там наверху шкафчики. Койка двуспальная. Свет, все по-простому. Все по-простому. Естественно, здесь это как на яхте, друзья. Все так компактно сделано. Вот смотрите. Ну такой человек 5 здесь легко будет сидеть, обедать, завтракать. Вот. Что здесь у нас еще есть? Тут запасы наши. Мы кое-что взяли с собой. Так, холодильник. Холодильник здесь с морозилкой. Вот у нас мясо там. Такое простое мясо, бутылочка вина, сливки, колбаска, пиво там у нас есть. Так, ну здесь сами знаете что. Так, ну это мы привезли вот в таком холодильничке. С собой в машине взяли. Здесь еще у нас комната. Две спальни и кровати. Так, вот здесь тоже спальня и кровать. Она раскладывается вот так вниз. И еще один человек может здесь ночевать. Так что здесь три человека. Ну, можно для детей, я не знаю. В принципе, и взрослый здесь может ночевать. Ну, а здесь мы разложили просто свой чемодан. Лэптоп взяли, компьютер с собой будем. Это лестница, чтобы подниматься наверх на койку. Ну, в общем-то, вот такая небольшая. Ну, какие плюсы и минусы? Слишком тесновато, может быть, здесь компактно. Как на яхте. Я вот смотрел некоторые видео на яхты. Тоже вот все узковато. Ну, для двух человек, как нам, с Марией, так что мы здесь шикуем, короче. Нам хватает места и просто езди развернуться. А если вы будете с семьей, наверное, все равно будет узковато. Ну и все зависит от денег. Какие деньги вы захотите заплатить за это. Здесь есть вот вентиляция. От 500 до 800 евро. Представляете, за неделю просят, без еды. Вот такие дела. Ну мы за 600 взяли, потому что уже у нас конец августа. И цены немножко спадают. Так, друзья, сегодня кофе пили. Вот такая у нас есть кофеварочка. Чайничек мы тоже взяли с собой. Хотя здесь можно чай и так кипятить.
Ну, в общем-то, так. Соседи здесь очень тесно сидят. Короче, вагончики. Не знаю. Ну, все зелено. Хорошо. Вагончик тоже рядом стоит. Ну, хорошо здесь зеленое насаждение так. И без проблем не видно никого. Зеленые хвойные растения. Я не знаю, пихта, что ли, рядом растет. В основном сюда приезжают с Германии, с Италии, с Чехословакии. Чехословакии уже давно нет, с Чехии. Так что мы номера новые, ну, с Польшей некоторые. Но в основном Германия, Италия и местные хорватские товарищи. I'll be honest tonight, so tomorrow I'll be fine. I've seen you a million ways to get things back your way.